Всем привет. Ребята, едем на второе место нашего пункта. Едем через Симферополь. GPS отключается постоянно. В общем, сориентироваться, куда ехать, машин полно. А самое главное, что да, указателей нет, какие улицы, тоже неизвестно. Что жара 36 градусов. 36, представляете? Включили кондиционер, потому что в окно это такой горячий воздух невозможно. Едем потихоньку. Ничего, выкрутимся. Мы всегда знаем, куда ехать. Чувствуем. Ребята, ехали по Симферополю, потом в сторону Ялты, на Алушту, и приехали мы в Лучистое. Это долина привидений, Демирджи, и у нас гостевой дом Горная Антавия. Здесь мы уже останавливались много-много раз. Здесь нас приютили, и сейчас я вам покажу, какой номер. Изменили мы планы. Хотели поехать сначала на Сырные скалы, но температура воздуха по дороге была 38 градусов. 38, вы представляете? Поэтому мы решили отдохнуть, а немножко жара спадет, и, может быть, и поедем мы на Сырные скалы. А то если завтра. А так прогулка у нас будет в долину привидений Демирджи. Ребят, вот такой вид простирается из нашего номера. Вы посмотрите, кругом горы, все в зелени. Здесь внизу у нас герань. Это такая красота. А вот там внизу, так, а вот там внизу, вот я покажу вам, Алушта и море. Ну, к морю мы не поедем, у нас другие планы. Так что, что дальше делать? Мы немножечко отдохнем и посмотрим, потому что очень жарко. И Рокси у нас тоже вся распарилась, разжарилась. Сейчас посмотрите, она пришла и сразу заняла свое место. Вот, вот полюбуйтесь, какая красота. Южный берег Крыма. Внизу Алушта, здесь горы. Ну, а с левой стороны будет Демирджи. Вот, ребятки, здесь мы на ночь останавливаемся, Горная Антавия. Сразу скажу, что номер стоит 3000, 500 рублей за собачку, ну и 100 рублей за парковку, потому что парковка, видеокамеры стоят, и, конечно же, там свет загорается, но нам это даже очень даже понравилось. 3600 мы заплатили. Итак, начинаю с крыльца. Вот такое крыльцо. Ой, какой горячий. Ой, какие ступени горячие, мамочки мои. Заходим. Заходим в номер. Вот такой обычный шкафчик, кровать, диван, холодильник. Здесь Wi-Fi работает. Знаете, почему вот здесь вешалки, да? Потому что приезжают многие осенью. Здесь такая красота осенью, деревья красивые. И сами горы прекрасно выглядят. И художники рисуют свои картины, свои натюрморты. Вот так выглядит у нас, смотрите, занавесочки. Вот у нас заняла девушка уже, видите, место свое. Так, вот такие красивые занавески. Мы в этом номере уже, кстати, отдыхали. Так, ну, а здесь вход. У нас уже, посмотрите, какая просторная вот сантехническая комната. Раковина, тумбочка, батарейка. Но здесь она не нужна. Душевая кабинка. Унитаз. Все чисто. Все очень и очень цивильно. А с другой стороны все просто. Такой пол.
Вот теперь с этой стороны покажу, как выглядит комната. Воздух свежий. Вы знаете, хотя на улице жара, а здесь прохладно. Сейчас по дороге ездит машина, вроде бы кажется шум, да? Ну, ночью будет все тихо. И еще одну особенность скажу. Здесь нет комаров. Видите, сеток. А сетки есть, что ли, да? Поставили сетки, а раньше не было сеток. Но это от мух. Комаров здесь нет. Рокси, как тебе нравится? В общем, вот такой номер. 3600. Если без Рокси, нам бы обошлось бы 300. Горная Антавия. Поселок Лучистая, Демирджи, Долина Привидений. Здесь мы проведем до завтрашнего. До 12 дня мы можем здесь находиться. Еще нам предстоит поход к Демирджи, в Долину Привидений. Вот, и к Сырным скалам. А потом водопад Сучхан. Все, ребятки. Мы отдыхаем. А еще здесь есть вот такой маленький прудик. Вода проточная, но вода нечистая, грязная. Просто так, наверное. А может быть, людей мало, поэтому и не чистит. Ну, хотя он, видите, из трубы льется вода. Вечером вообще здесь будет такой воздух классный. От гор, от моря. Ладно. Посмотрите, позы практически одинаковые. Замаялись. Доброе утро. Доброе утро всем хорошим людям. Привет вам из Лучистого, с Долины Привидений, Демирджи. Сейчас 7 утра, поднялось солнышко, а мы идем в Долину Привидений. Оставайтесь с нами. Вот здесь мы останавливались на ночь. Гостевой дом Горная Антавия, Демирджи, поселок Лучистая. Советую.